Здравствуйте! С вами на связи Лениам Натиадова, я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать для вас расклад, который по названию вы уже увидели, называется «Чему я научилась за первые полгода 2020 года». Этот расклад уже получается у меня традиционный, я его делаю раз в полгода, сделала и в прошлом году. Мне кажется, что он очень уместен именно на этом канале, потому что мы все с вами проходим трансформацию. Нам интересно, учимся ли мы чему-то, да? Получается ли у нас что-то, либо мы просто сотрясаем воздух и все, что делаем, это совершаем ощущение бурной деятельности. Давайте посмотрим. У нас будет три позиции. Я сегодня разделила оракульную колоду Чака специально на темные и светлые истории и взяла только темные, для того, чтобы посмотреть, удалось ли нам поработать с темными какими-то историями. Хочу сразу сказать, что если вы получите ответ, что да, вы проработали этот сценарий, это не значит, что он никогда в вашей жизни не будет повторяться. Что значит проработка сценария? Это значит, что вы поменяли отношение к данному сценарию, к данной ситуации. И в следующий раз, когда она уже будет, если вы действительно проработали, когда она уже будет появляться, она будет появляться, ваша реакция должна уже быть измененной. Какой? Она должна быть более ровной. Она не должна вас цеплять ни эмоционально, ни вообще никаким образом не цеплять. Не то, что вы закрываетесь и говорите «нет, этого нет», это тоже не совсем правильно. Ровное, нормальное отношение. Ну, есть и есть. Вот вы утро просыпаетесь, смотрите утро, да, солнышко светит, либо не светит. Ну, и вам и ровно, как говорится, да, есть оно и есть. Вот такое примерно отношение, да, это показатель того, что вы проработали данный сценарий. Итак, выбирайте позиция номер один, позиция номер два и позиция номер три. Карты ламинированы, поэтому они танцуют, да? То туда, то сюда. Ровно не стоят. У меня открыта дверь на балкон, поэтому, может, иногда слышны шумы проезжающих машин. Не подумайте, что это вот дорога. Итак, первая, вторая и третья позиции. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Хотя, знаете, правильный ответ – это первые 3 секунды. С точки зрения работы нашего мозга, на самом деле, любой выбор, который мы делаем, мы его, это уже доказано научно, за 30 секунд до того момента, как мы его сознаем, данный выбор мы уже сделали. То есть получается так, что сначала мы делаем выбор, и только через 30 секунд мы осознаем, что мы его сделали. Я видела ролик на YouTube, где очень четко, я не помню, как он называется, очень четко и красочно это было показано. То есть сначала выбор принимается, и только потом до нас доходит. Поэтому, по сути, кто делает этот выбор? Это так, на размышление. Итак, мы отодвигаем эти две позиции. Поэтому долго думать не надо при выборе. В принципе, это не имеет никакого значения. Необходимая вам информация, вы ее послушаете, вы ее в любом случае услышите. Вы не можете пройти мимо той информации, которая вам нужна. Итак, мы приступаем. Чему вы научились за первые полгода 2020 года? У вас была работа со страхами. Это как один из вариантов. Так, мне кажется, что будет слишком шумно, да? Так будет лучше, наверное. Вы либо работали со страхами, да, то есть для вас это очень важная работа, да, вы что-то хотели внутри себя
Понять, осознать, возможно, побороть какие-то страхи через осознание, так преодолеть, я бы так сказала. То есть первые полгода получилось так, что вы преодолевали себя, преодолевали какие-то страхи, сомнения. Может быть, кто-то работал над тем, чтобы прояснить какую-то ситуацию. Очень важно вам было что-то высветить, да, что-то понять, что-то тайное такое и скрытое было внутри вас. О какой здесь ситуации речь идет? О принятии какого-то решения. То ли вы его приняли, то ли вы хотели принять какое-то решение, да? То ли вы что-то хотели кому-то сказать. Ситуация была именно связана с каким-то словом. Это было связано с достижением, возможно, какой-то вашей цели. Когда вы, ну, либо думали о том, чтобы поговорить с человеком, как-то прояснить, но энергия, она была достаточно жесткая. Знаете, вообще такая, вот первые полгода в вашем случае, они были, ну, не совсем понятны, то ли какая-то тайна. Могут быть такие ситуации, когда вы вроде бы уже все нацелились на какой-то разговор, а потом что-то такое происходило, да. Ну вот с карантином это один из вариантов, может быть, вы хотели поехать куда-то, что-то сделать. И вот эта вот муть, неопределенность, да, и не всегда она была связана с вашей стороны. И поэтому вам было очень важно что-то выяснить, что-то узнать, что-то увидеть. И также поработать со своими страхами, со страхами достаточно глубокими. Это не поверхностные какие-то, знаете, волнения, ну, я не знаю, позвонить этому человеку или не позвонить, нет. Это достаточно глубокие, может быть, это даже сценарии, которые были у вас уже давно. Почему-то мне здесь проигрывается больше, как-то это было связано с вашей профессиональной сферой. Это было связано действительно с профессиональной сферой, ну, по крайней мере, здесь показывает так. Либо здесь очень ярко проявлены такие, знаете, активные энергии мужские, где нужно принимать решения, где нужно сделать какой-то выбор на основе того, чтобы это была ваша выгода, да, вашу какую-то пользу. Здесь вот вскрывается какая-то правда, либо вы хотели вскрыть эту правду. У вас была эта возможность это осуществить, причем это достаточно долгий период. Либо вы хотели принять решение поменять то, что стало уже рутинным в вашей жизни, да, неважно в какой это сфере. Но одним словом, здесь еще раз скажу, что может быть это даже и не страхи, а скорее всего прояснение какой-то ситуации, да. Но все-таки больше здесь идет активная вот такая вот энергия, да, мужская. Хорошо, давайте посмотрим, какой сценарий. Я вот еще один, да, и вот выпадает карта конкуренции, которая говорит как раз-таки о том, что, знаете, здесь вот у вас появилось такое ощущение, что вот за этот период либо вы созрели к тому, что вот как-то вот поверили в себя. Может быть, долгое время что-то у вас было как будто бы с самооценкой, как-то независимо от того, мужчина вы или женщина, знаете, вы как будто бы то ли не верили в то, что у вас получится, то ли почему-то, по какой-то причине, может быть, это детские какие-то сценарии, вы видели, вы были больше наблюдателем, когда вы видели, что люди как-то растут, продвигаются, если это бизнес, то они его развивают, но вы смотрели и видели свой потенциал, да, свои возможности, и вам казалось, что вы способны как-то сделать эту работу лучше других, но почему-то вы не приступали, то ли вам не хватало, знаете, здесь вот какой-то смелости, что ли, не хватало, уверенности для того, чтобы как-то вот решить эту задачу.
И будучи наблюдателем, и вот вы как будто бы на расстоянии, да, вот в период этого карантина, возможно, что-то вы здесь переосмыслили и поняли, что на самом деле, чем больше вы отклоняетесь, удаляетесь сами от людей, от своей цели, то есть здесь причина получается, что она вас, что это не вас отвергают, да, ситуация как-то отвергает вас, либо люди отвергают вас, а здесь, скорее всего, вы по каким-то своим собственным критериям, когда вам казалось, что у вас не получится, что либо сил нет, либо знаний нет, либо чего-то не хватает, то есть вы как будто бы тем самым отдалялись самостоятельно себя от других людей. А сейчас произошло вот такое ощущение, что вы просто переосмыслили и осознали, что а людям-то в принципе нету дела до того, что есть внутри вас, до ваших желаний, до ваших амбиций. То есть каждый человек, он реализует свои желания, свои амбиции. То есть у них нету такой, знаете, какой-то вот внутренней потребности конкурировать с вами. А это у вас должно было родиться, вот знаете, вот созреть, вот это вот желание, я хочу это получить, вот я просто созрела, и я хочу это получить, и я этого добьюсь, просто потому что я этого хочу, и на моем пути будут сразу открываться двери, не люди мне мешают, а я сам, когда фокус внимания держу не на своей цели, на своем желании, что я хочу, а на то, как это воспримут другие люди. А признают ли они во мне своего лидера, или признают во мне вот этого вот успешного человека. То есть здесь вот как-то ваше видение себя, оно шло через призму других людей. Как они отнесутся, да, к вашему желанию? Как они его оценят, а потом вы поняли, а зачем это нужно, да, то есть, ну, я и сам на самом деле-то могу добиться всего без каких-то похвал, либо без какой-то оценки, то есть вы сняли значимость людей в своей жизни, как-то обесценили, но с хорошей точки зрения, потому что раньше было важно мнение, раньше важно было, чтобы кто-то что-то оценил, а теперь вы как будто бы поняли и осознали вкус вот этого, вот этого состояния, что я делаю, я от этого кайфую, мне как-то все равно, то есть у меня нет конкуренции, потому что это мой мир, и каким бы я его ни создал, я получу тот результат, который мне нужен. И оценка другого человека, она может и не прийти никогда. Зачем зря переживать и волноваться, вот здесь вот эти вот страхи. Хорошо, какую цель вы достигли, да, вот проработав это все, к чему же вы пришли, к какому результату? К какому результату вы пришли? Вы знаете, здесь такое ощущение, что как будто бы закрутили. Я не могу сказать, что вы вышли из этого сценария. Сейчас я посмотрю. Да, вы вышли из этого сценария, но вот, знаете, еще осталось какой-то вот не то что осадок, вот какой-то осадок, да, что он, как это ощущается, а как же я теперь? То есть, знаете, есть такое ощущение, что очень долгий период своей жизни вы жили, исходя вот из этой вашей концепции конкуренции. А тут вы осознали, что этого нет. И теперь вот эта вот новизна, которая открылась в вашей жизни, теперь вы должны придумать себе какую-то другую модель. И вам как будто бы тяжело войти вот в это новое, потому что, ну, с одной стороны, как-то волнительно, страшно, то есть вот я привык уже вот так жить, да, я привык так мыслить, а тут этого уже нет, это уже на меня не влияет, не давлеет, и возникает вот такое вот ощущение, а что теперь? Это, знаете, это когда очень такое схожее ощущение, когда есть два партнера, один конкурирует. А потом, когда ушел партнер, конкурировать не с кем. И как будто бы, вот, знаете, вот цель, ну, смысл достижения чего-то, он как будто бы пропадает.
И вот этого вот вы достигли, да, выходя из этого сценария, что потеряв вот этот вот смысл, это выбросит вас на другой уровень автоматически. Вот этого вы достигли. То есть, потеряв вот эту вот тяжесть, да, своих привычек, своих мыслей, поняли, что это уже не имеет власть над вами, вы, знаете, а теперь цель какая? То есть, раньше была цель конкуренция, да, что-то кому-то доказать, сделать, а теперь вы должны понять, что теперь вы будете жить для себя. Вот достигать того, чего вы хотите, но уже для себя. Да, здесь уже пришло, знаете, вот такой период взросления наступил в вашей жизни, когда вы понимаете, что то, зачем вы гнались ранее, вот то, что вот я прямо сказала вот про эту цель, да, раньше, как бы так сказать, вот вся ваша жизнь, она крутилась вокруг каких-то целей, достижений ради самих целей. А сейчас вот само движение, вот это, да, сам порыв. А сейчас вы понимаете, что вот это вот вся, весь круговорот этих действий, он как будто бы вас опустошал. Вот здесь вот такое ощущение, что произошло опустошение вот этих вот ненужных действий, да, вот как белка в колесе, да, я чего-то достигаю, получается, не получается, и снова, и снова, и снова. И на самом деле, вот здесь такая информация сейчас идет, что вы как будто бы упускали самого важного. Вы упускали какую-то вот такую, какую-то вот глубинную детальку, да, она какая-то вот, вот какой-то вот нюанс, что-то такое достаточно глубокое внутри вас. И вот сейчас как раз-таки тот период, когда вы это осознали. Я не знаю, что это может быть именно, но вот приходит такое ощущение некого инсайта, что вот оно на поверхности лежало, да. То есть вот это вот состояние, что как будто бы озарение, как будто бы инсайт, что теперь все будет по-другому, потому что вот что-то в вашей голове переключилось, и вы поняли, что недостижение целей и вот вкладывание энергии вот во все это ненужное, а на самом деле можно иметь то же самое, но другим путем, который будет вас наполнять, не опустошать, а как-то... Знаете, как будто бы раньше вы жили во внешнем мире, то есть акцент больше был на внешний мир, на людей, а теперь вот у вас произошло такое достаточно глубокое осознание внутри себя, что я как будто хочу соревноваться с самим собой, если так можно сказать, да? Насколько у меня получится в этот раз, сколько я смогу, вот как будто бы для себя, через улучшение каких-то своих качеств, преодоление, для того, чтобы обогатить себя, не для проявления себя в социуме, а именно для себя, для вот что-то такое вот глубокое здесь есть. Знаете, получение удовлетворения для себя, вот это очень глубоко, я не знаю, как это описать словами, но я надеюсь, что вы понимаете. Здесь у вас произошло вот какое-то... новое восприятие мира, как будто бы вы мир для себя заново открыли. Вот ощущение того, что были какие-то правила, а потом вам эти правила в жизни, ну, убрали. Вот вы были... Это ощущение того, когда вы верный пес. И у вас есть свой хозяин. Но ощущение того, что я хочу быть свободным, оно дало вам такое решение, что вы уходите от своего хозяина для того, чтобы получить свободу. И вы получаете эту свободу, но оказываетесь в приюте для собак, где вас поймали и посадили на цепь. И вот вы вроде бы и получили свободу, вы ушли от хозяина, вы ушли от того, что вам казалось, что это не нужно, вы получили, обрели эту свободу, но вас посадили в клетку в приюте для собак.
И дали вам огромный ошейник железный. И с одной стороны вы имеете вроде бы то, что вы хотели, вы высвободились от своего хозяина, но с другой стороны вот это вот, знаете, вот эта вот тоска по дому, по уюту, по теплоте, по тем ощущениям, которые вы получали рядом с хозяином, и вы понимаете, что это был ваш выбор уйти. Но в то же время, вот знаете, есть осознание, что не так все было, не так-то я эту свободу представляла себе. И вот это вот желание, тоска вернуться к тому, но уже вернуться как-то вот по-новому. И наступает тот день, когда этот хозяин вас искал. И он приходит в этот приют, и вы его видите. И с одной стороны, ну, ощущение, что вот где-то накосячил, а с другой стороны, вот это вот предвкушение, что я буду теперь дома, и я буду еще преданнее своему хозяину. Я буду ему служить не потому, что это моя природа, а знак благодарности. То есть вот какая-то вот такая переоценка. Не знаю, почему этот образ пришел. Может быть, для кого-то он вам будет очень понятен. Но вот здесь вот, вот то, что вы хотели, вы это получили, но вкуса вам это не дало. И вы хотите вернуться в прошлое, но уже с другой точки зрения, с другими ценностями. Хорошо, давайте выложу последние три карты. Я не знаю, о чем они будут. Это не совет просто. Вот хочется как-то вот завершить логически, что карты скажут. Начинайте планировать. Здесь, знаете, карты говорят о том, что вы, возможно, вы будете планировать как-то вот свой дальнейший путь на следующие, да, полгода до завершения 2020 года. Но вот это вот планирование, да, вы уже как будто бы будете идти по жизни с оглядкой, но не с плохой оглядкой, с точки зрения, что вот опять что-то пойдет не так, да, подвох, а вдруг я опять вернусь, нет. А с оглядкой, с благодарностью, да, что вот то, что случилось, оно помогло мне прийти к тому моменту, где я нахожусь сейчас. И вот эта вот ваша внутренняя благодарность, она будет держать вот этот вот баланс внутри вас, равновесие. И вот такое ощущение, что у вас будут рождаться какие-то новые идеи, но уже в гармонии с самим собой. Уже, знаете, вот в каком-то таком ощущении какой-то глубокого такого понимания, что это не то, что вы будете слушать свою интуицию, а вот вы как будто бы в унисон с самим собой будете. Действия, которые вы будете принимать, решения, которые будете принимать, они не будут противоречить тому, что вы хотите. Здесь вот ощущение состояния, здесь не какие-то результаты вовне. Ну, то есть это не какие-то действия бытовые, что можно вот так что-то пощупать. Нет, здесь речь в первом раскладе идет о состоянии, об очень важном состоянии, которое вы приобрели. И здесь, возможно, как рекомендация, что ли, быть вот в этом состоянии. Знаете, не растерять вот этот вот баланс. Да, ценность себя. Вот вы приобрели что-то такое ценное для себя. Я не знаю, что это. Я буду вам благодарна, если в первой позиции вы напишете, что же такого вы обрели внутри себя, что вот, понимаете, это греет вашу душу. Это вот прям, я не знаю, вот здесь вот где-то в области сердца вот что-то такое очень... очень ценное, очень-очень значимое, то, что вы теперь бережете. Так, вот такая вот у нас была первая позиция. Напишите, что у вас там произошло, над чем же вы работали. Но состояние здесь однозначно изменилось. Итак, мы переходим с вами к позиции номер два. Что здесь... вы прорабатывали первые полгода. Здесь было какое-то новое зарождение, новый импульс. Какое-то вот было желание. Желание, знаете, движение куда-то. Возможно, какие-то идеи появились, амбиции. Ух.
Да, здесь первые полгода вы проходили трансформацию, когда оставляли позади то, что уже не работало. Здесь произошло, знаете, вот такое перерождение, аркан смерти и сразу туз жезлов. Туз жезлов – это шанс, это импульс, это, как он называется, это искра. Искра на жизнь, да, на новую возможность. Что-то завершилось в вашей жизни, это было естественное, то, что уже отжило себя. И вот здесь вот этот вот импульс на проявление, да, как будто бы появилось желание что-то начать с чистого листа, заново. И, обалденно, свечка пахнет. И здесь выпадает у нас дьявол, но это не рождение новой зависимости, нет. А здесь у вас родилось, знаете, вот желание жизни. Дьявол, он пронизан всей нашей системы материального мира. И вот здесь вот появилось желание, знаете, вот жить, реально желание жить, проявлять себя, знаете, вот наслаждаться. Желание как-то что-то творить, создавать в своей жизни. Как вот новая весна, ощущение весны, да, когда все расцвело, когда все благоухает. И вот это вот ваше ощущение, как губки, вот все это впитать, да, насладиться, наполниться. Вот здесь вот такое, вот творчество, здесь дьявол, он проходит... как ощущение жизни, да, противовес аркану смерти. Вот, как бы так сказать сейчас? Начнем. Вы как будто бы знаете, а вот не случайно я сказала весна, здесь такое ощущение, что, кстати, у нас краски периода, да, весны, подходит к концу, вот когда снег начинает таять, и вот первые ручейки, они начинают напитывать землю. Она была холодна, а сейчас она постепенно начинает согреваться. Согревается и наполняется. И вот вода напитывает землю для того, чтобы пробудить ее, чтобы она начала расти, цвести, плодородить заново, и чтобы это приносило, знаете, вот ощущение радости. Это не период урожая, а это период зарождения, период, когда птицы начинают петь, когда еще не совсем жарко, но уже вот такое, знаете, вот первые лучи, они достаточно такие горячие, обжигающие, если быть на них, ну, на солнце долгое время, но они согревают, вот что-то такое согревающее у вас было. Что у вас здесь зародилось? Вы знаете, не совсем могу понять, в принципе, мне кажется, что вы от этого ушли, но я просто здесь не совсем могу ощутить, это как перевернутые здесь арканы проходят, либо напрямую, здесь может быть 50 на 50, потому что выпал аркан, который говорит о том, что вот вы зародилось какое-то внутреннее примирение, да, как будто бы вы хотели помирить что-то внутри себя, найти какое-то успокоение. Были какие-то сомнения у вас. С одной стороны, вы как будто бы уходили в какие-то иллюзии, мечты, позволяли себе о чем-то мечтать, а с другой стороны, вы сразу автоматически себя останавливали и говорили, что нет, это обман, да, так не может быть. Вот какой-то вот такой вот период у вас был, да, некого метания, ну, наверное, месяц три здесь идет по ощущениям, когда вы
как-то, я не могу сказать, что здесь обман был на самом деле, да, либо вы как-то сами себя обманывали, либо хитрили, либо еще что-то. Но вот здесь, вы знаете, как-то долгое время упорно почему-то и так достаточно серьезно вы себя почему-то хотели убедить в том, что вот как будто бы запрещали себе не то что мечтать, а вот верить во что-то хорошее. Вот вы так долго, упорно работали над этим, и вы понимали, что ну, это не так. Это не так. То есть как бы вы не старались себе сказать, что то, что вы хотите, это иллюзия. На самом деле, знаете, здесь сейчас, может быть, я вас запутала, да, но я просто хочу понять, уловить эту волну, эту энергию, которая идет. Она говорит о том, что вот вы как будто бы урок у вас был о том, что раньше вы находились в каких-то иллюзиях, да, как-то себя обманывали, как-то что-то приукрашали. Потом в какой-то момент произошла такая ситуация, когда вы как будто бы прозрели, увидели, что, блин, розовые очки спали, и это было очень больно. И потом вы пошли в другую противоположность, более заземленную, стали как будто бы более реалистичным, но тем самым ушли против своей природы. И теперь у вас настал такой период, да, по крайней мере, вот первые полгода, ну там месяцев три, когда вы не смогли задушить внутри себя надежду, надежду на что-то лучшее, что не может быть мир вот таким вот материальным, да, каким я его вижу, вот, грубым, бытовым и... Ну, хочется немножечко вот этого вот воодушевления. Но на самом деле здесь речь шла, когда я говорила про обман, про некую такую золотую середину. То есть вас учили, и чтобы вы пришли именно вот к этой золотой середине, чтобы не уходили в крайность, прям вот материя, прям реальность, ничего, не мечтая, не фантазируя, ничего, ничего. Это все вот вы себе запрещали, запрещали, запрещали. А душе это очень хотелось. А потом как будто бы вы говорили, ну ладно, пускай будет, я послушаю, да, что говорит моя душа, и уходили в другую сторону, прям вот улетали в небеса, в облака, и, конечно же, вас потом больно было опускать на землю. Но вот в какой-то период наступил этот момент переломный, когда вы наконец-таки как будто бы нащупали, а вы не поняли это, но вы нащупали внутри себя, интуитивно как-то, вы даже это головой не можете объяснить, вот эту вот золотую середину, как можно найти золотую середину между тем, что как вот этот вот дух, да, вот это вот воодушевление можно заземлить, можно это материализовать. То есть как сделать так, чтобы на обеих весах равнозначно был и материальный мир, и в то же время вот эти вот ваши мечты, надежды, как сделать так, чтобы эти надежды, они были в материи, да, чтобы вас и не уносило, как воздушный шарик. И в то же время, знаете, вот я сказала про воздушный шарик, у меня картинка такая сразу, знаете, вот воздушный шарик, который готов улететь, но у него есть вот эта вот веревочка, и к веревочке такая вот большая глыба, да, круглой такой формы привязана. И шарик, у него есть вроде бы вот это вот ощущение полета, да, он же может передвигаться, но с другой стороны он заземленный, потому что если его отпустить, то на самом деле он улетит, и радости в этом не будет никому. А так получается, что он держится, да, вот это вот что-то, какая-то платформа, да, камень какой-то круглый, он его сдерживает, и люди проходят и видят этот шарик и радуются. Но здесь это все как-то связано, вот этот... неразрешение себя, вот этих вот всех ощущений, и вот какая-то очень сильная внутренняя борьба по поводу прошлого, да, вот то, что я говорила, да, вы делали анализ для того, чтобы определиться, какой путь выбрать, да, как же мне все-таки идти, как же мне все-таки двигаться по каким-то нравственным, моральным принципам, да, либо жить так все, как говорится, с волками жить по-волчьи быть. Вот. Хотя очень люблю волков.
Но вот здесь как-то вот вы искали, но и вы знаете, вы вышли не от головы, вышли как будто бы на ощупь, вот через ощущения, как будто бы прислушивались к себе, искали вот этот вот внутренний маяк, да, надежды. Где? Где? Ну покажите мне. И вот, видимо, если карты говорят о том, что триплет раскрыл ту жезлов, видимо, вы это нащупали, да, внутри себя, и вот отсюда у вас появилось вот это вот желание, ощущение этой весны, да, что как будто бы вы нащупали, как же вам двигаться, вы еще не знаете головой, вы не можете определить свой дальнейший путь, но вот ощущение, что вот вы как будто бы на ощупь, да, каждый раз по полшажка делаете вперед и подтверждая, получаете внутри вот это вот подтверждение того, что да, это так, вы туда идете, сейчас правильно двигаетесь. Какой сценарий вы проработали? Еще какой? Да. Вот как раз-таки пятерка жезлов, да, она говорила про внутреннюю борьбу, про некое сражение, да, переживание. Вот вы работали как раз-таки со сценарием контроля, да, который непосредственно у нас говорит о системе по дьяволу, и со сценарием гнева, да, когда вот не могли найти вот эту вот золотую середину между внешним миром и внутренним миром, между вот этими двумя мирами, а какой путь выбрать, да, и вот это вот подавление либо одного, либо другого, оно превратило вас вот гневу к нереализованной, подавленной энергии жизни, которая у вас зарождалась. Такое ощущение, что если вы действительно проработали этот сценарий, а здесь вы проработали, но не все. Не потому что смотрят много, а вот чисто по потоку, да, по интуиции моей, не все проработали этот сценарий. Я не могу сказать, какое процентное соотношение, но и те, кто проработал, вы ощутите это как бы в освобождении, да. То есть если получилось какое-то вот облегчение, и теперь вам понятно, как идти, но не головой, а именно, как я говорила ранее, да, по ощущениям, как же взаимодействовать с людьми, как же коммуницировать, да, как же жить в этом мире и вот соединить вот эти два мира, внутренний и внешний. Если вы действительно пришли к балансу по умеренности, да, к которому вы шли очень долго, умеренность – это очень медленная карта. Если вы пришли, вы ощутили поток энергии, знаете, вот какое-то вот высвобождение, да, какая-то такая легкость. Вот если вы это почувствовали, это как раз есть показатель того, что вот, возможно, вы проработали этот сценарий гнева. То есть вы нашли золотую середину, вы направили теперь в правильное русло, да, на концентрацию, на достижение чего-то. То есть взаимодействие между двумя мирами, оно даст вам вектор направлений. Вот этот гнев вы, условно говоря, направляете в правильное русло. И второй сценарий, вот здесь вот маленький процент, но вы как будто бы соприкоснулись к нему. Это процент, связанный с контролем сценария. Наверное, процентов 30 из вас либо его проработало, либо на 30% проработали контроль, как раз-таки вот связанный непосредственно с дьяволом. Потому что дьявол – это материальный мир. Здесь вот этот вот сценарий контроля, да? Представляете, выпадают одни великие арканы. То есть вы очень большую работу проделали. Пускай я и озвучила небольшие проценты, да, но работа на самом деле огроменная. Здесь вопрос даже не в процентах, а здесь вопрос в вашем внутреннем состоянии и ощущении. Потому что выпали три великих аркана, и вот только на сценарии контроля это непосредственно колесница. Аркан колесницы – это ощущение, знаете, это тоже трансформация энергии, когда я хочу научиться управлять
всем, что окружает меня, через понимание двойственности. Вот у вас двойственность, да, она проходит. То есть понимание черно-белое. Здесь такое ощущение, что вот вы разделяете мир на черное и белое. Поэтому вам и нужно найти золотую середину. Вы как будто бы в полуцветах, полуокрасках не живете. И вот здесь колесничий – это тот возничий, который умеет управлять, знаете, концентрировать, собирать энергию, то, что я говорила о гневе, если вы ее направите в правильное русло, да, через понимание того, как управлять вот этими тысячи одним предметом, как говорилось в Дао, да, в даосской философии. И здесь получается у вас дальше проходили трансформации, то есть одна трансформация по смерти, которая была очень долгая, одна трансформация по башне, когда было разрушено, да, вот какое-то ваше понимание внутри вас, это то, что мы говорили ранее по отшельнику, когда вы искали этот свет внутри себя, да, когда вы погрузились внутрь себя, чтобы это все увидеть. И третий аркан великий как раз-таки также говорит о трансформации, о перемене. Это аркан старшего суда, когда мы здесь уже приходим к тому моменту, когда перерождаемся во что-то новое. Это вот прям очень созвучно нашему тузу жезлов, когда приходит вот внутреннее ощущение башни. Она сразу у нас идет после аркана дьявола, да, когда идет очищение вот от этого материального мира, да, но не в контексте, что я отчуждаю, да, то есть это что-то чуждое для меня, нет, а вот именно в контексте понимания, что мной не может управлять материя, вот я что-то намного больше, что-то значимее, нежели просто материя. И вот здесь вот произошла у вас такая перемена, то есть когда вы в своей голове, сначала у вас идет очищение по телу, да, а потом у вас идет очищение по башне, очищение в своей голове, в своем менталитете, да, в своих каких-то вот программ, которые уже изжили себя, какие-то вот сценарии, которые уже изжили себя, может быть, ваша, как эта речь изменилась, да, может быть, вы как-то очистили себя от каких-то слов-паразитов, но здесь вот произошло вот такое вот очень глубокое очищение, и закончилось это высшим судом, когда уже большой такой и значимый пласт вашей жизни завершился, уже точка, уже окончательно, бесповоротно. Тогда, если вот в тех трансформациях, да, например, по смерти, по башне, по умеренности, когда были какие-то вот внешние, возможно, да, ну, ситуации влияли на вас, то по высшему суду у вас уже трансформация, она ваша внутренняя, вы этого захотели, вы захотели переродиться, знаете, вот как будто бы ощутили, что все, я уже готов, я хочу, я, то есть вот такое вот желание, здесь вы огромные молодцы на самом деле, прям умнички, потому что высший суд, он выпадает как показатель того, что знаете, вот когда внутри себя здесь произошла такая переоценка ценностей огромная, что вот как будто бы вас переключил. Знаете, это бывает, когда человек умирает на несколько секунд, да, или ну да, а потом как будто бы возвращается, и, как правило, у него жизнь полностью изменилась, не как так сказать, вот, потому что он не то, что он родился заново, а он на мир как будто бы заново смотрит, другой человек. Вот здесь вот такое ощущение, что где-то глубоко внутри вас, опять-таки скажу, это не у большого процента, но вот появилось вот это вот ощущение перерождения, вы как будто бы переродились и стали смотреть на мир абсолютно другим, вот другой человек, вам, может быть, и говорят, вот вы стали другим человеком. Почему я говорю, что это не у всех? Потому что здесь очень серьезные трансформации произошли, очень сильные перемены, а период это достаточно небольшой, полгода, но выпадая всем великие арканы, да, ну, в таком малом количестве карт,
очень много великих арканов и действительно, ну, значимых, весомых таких. Они говорят об очень важном периоде вашей жизни. Давайте я вытащу вам тоже три карты, как вытащила в первой позиции. Просто вопрос без вопроса, как говорится, ни о чем. Да, новое начинание. А вот у вас период начался новых начинаний, дальнейшего вашего движения, да. Вот душа, да, ваша, она просит какой-то реализации, что ли. Вот здесь ощущение такое, знаете, когда есть легкая такая вот влюбленность, некий такой флирт. Вот вы сейчас как будто бы флиртуете с жизнью, да. Вот я же говорю, вот прям как в самом начале, да, как весна, когда птички поют. А у вас такое, что вот вы как будто бы влюблены, да, в жизнь заново. Как будто бы вот проснулись. Реально здесь ощущение, что, я не знаю, может быть, вы практики какие-то делали. Вы как будто бы пробудились, да, пробудились заново, и смотрите, и заново все узнаете, заново на все смотрите. Я говорю, как после смерти на долю секунд, да, когда смотрит человек на долю, ты кто, да, где я. Вот такое, знаете, как будто бы была потеря ориентиров, а сейчас вы это нагоняете. Вот тот период, который вы потеряли в своей жизни. Вот здесь такое. И вот вы как будто бы с гордостью стали нести себя, свое мироощущение. Так вот бережно. И этот рыцарь кубков, который сидит на коне, он идет неспешно. Он держит впереди себя вот этот вот кубок, который наполнен его душой, наполнен его состояниями. И он идет к королеве жезлов. Королеве, причем смотрите, опять-таки жезлы, начали с туза жезлов, приходит к королеве жезлов, то есть именно к тому архетипу, который умеет управлять энергией огня, но не как король, не жестко, а мягко, усмиряя, знаете, вот это вот как домашнее животное, оно вот как домашние кошки, да, они вроде бы и покорны, но в то же время с характером и немножко дикие, но все равно желающие какую-то вот свою свободу, да, как-то жить своей жизнью. Вот вы сейчас как будто бы, как бы так сказать, управляете жизнью, но мягко, так, как вы хотите. Вот здесь вот произошло какое-то вот покорение, что ли, созвучие той жизни, которую вы сейчас проживаете, как будто бы она вам покорилась. Сейчас не то, что период затишья, а это тот момент, когда вы гладите кошку по шерстке, да, не против, а именно по шерстке, когда все удается, когда все у вас ладится, когда все в руках, вот кипит, как говорится, да, работа. И это все идет в удовольствие. И вы понимаете, что как-то не подавили в себе чего-то, а именно усмирили. Вот здесь вот какое-то вот такое вот ощущение усмирения. Вы как будто бы приобрели ресурс, знаете, вот вы получили его, и вы знаете теперь, как с ним взаимодействовать. И теперь вы можете его еще и приумножать, чтобы он давал вам какие-то результаты. Я не знаю, что вы здесь открыли в себе, но общая информация говорит именно об этом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас там трансформации произошли, что у вас там такое серьезное произошло, чему вы научились. Здесь даже не про научились, здесь, ну, то есть учились это какие-то действия, а здесь как будто бы жизнь, сама жизнь, да, сами высшие силы вмешались в вашу жизнь, чтобы там все разложить по полочкам, чтобы даже не по полочкам, а стряхнуть с вас всю эту шелуху, которая вам не нужна, и подарить, ну, реально, здесь вам подарили жизнь заново. Я не знаю, что произошло, вы мне сами напишите, поделитесь, я буду вам благодарна и признательна. А мы с вами переходим, так сейчас на время смотрю, к позиции номер 3. Чему вы научились за первые полгода? Здесь вы завершили огромный цикл.
Десятка педаклей говорит, это последняя карта Таро в колоде Таро, говорящая о том, что цикл полностью познания в системе Таро завершено, да, это завершение и одновременно начинание. Десятка педаклей – это стихия Земли, в Мальхут, в Земле непосредственно, то есть Земля в Земле, да, это вот полное завершение для того, чтобы начать свой путь восхождения по древу Сфирот именно к Творцу, да. То есть такое ощущение, что вы обрели какой-то очень важный опыт в своей жизни. Это не один. Здесь 10 педаклей, здесь такое то, что вас наполнило, то, что было, дало какие-то свои плоды, значимый. Здесь период, может, если мы говорим о бытовом каком-то уровне, да, да, и сразу шут, ну, блин, вы как будто бы, знаете, вот завершили что-то такое действительно долгосрочное, что-то такое стабильное, фундаментальное. Возможно, вы это выстраивали, да, возможно, долгое время. Но здесь вы получили эти плоды. Они могут быть в формате финансов, да, они могут быть в построении, возможно, я не знаю, какой-то своей идеи. Возможно, здесь могут быть построения семьи, знаете, вот как-то полноценности, завершенности. Здесь другого слова не могу назвать, почему? Потому что с одной стороны выпадает шут, говорящий о начале, да. Причем, вот я же сказала, восхождение, да, то есть это последний аркан, второй. Десятка педаклей и первый аркан второй, да, то есть шут нулевой, когда вы начали как-то вот, знаете, вот поверили во что-то очень важное в своей жизни, открылись наконец-таки. Долгое время, я помню, троечки никак не могли разродиться, все как-то боялись, а тут все-таки вы пошли в это новое через доверие, через какое-то безумие, через желание, через веселье, через разрешение себе познать, да, вы пошли в эти какие-то новые знания, вы пошли в этот новый путь. Причем, доверившись, да, шагнули вот в какую-то непонятную бездну, во что-то, во что вы сами еще полностью четко не поняли и не осознали, что это может быть и к чему это может привести. Но вот это вот ощущение того, что я сделаю этот шаг, все-таки шаг доверия. Вы его сделали. Это с одной стороны. С другой стороны, шестерка мечей говорит как раз-таки о том, что вы в своем уме. То есть здесь у вас причина, как бы так сказать, была в вашем мышлении, да, в ваших каких-то сценариях, каких-то убеждениях. Шестерка мечей, она говорит о движении, потому что нечто новое, но новое не в контексте, там, закончил одну работу и давай ее опять-таки начинать заново, нет. А здесь новое, оно приходит только после того, когда вы отказываетесь от каких-то старых своих привычек, о том, во что вы верили. Нельзя пойти в новое, неся за собой груз каких-то старых, ну, то, что верование, да, либо практик, либо опыта. То есть здесь нужно, чтобы пойти в новое, надо вот полностью все сбросить с себя. И если, допустим, мы говорим о практиках, да, когда каждый раз мы подходим к какой-то практике без ожидания, что вот такой результат я получу. Нет, а вот здесь вот вы включаетесь, а какой это результат будет? То есть здесь акцент на предвкушение, а какой это будет? Даже если вы 100 раз моете эти полы, вы знаете, что они потом будут чистыми, все равно посмотреть заново на эту ситуацию. Чистые, а как? Может быть, что-то будет отражать? Да? А какое ощущение я получу? Вот все время в практиках очень важно получать новый результат, даже в тех ситуациях, которые вы уже заранее знали, какой может быть результат. Но вот здесь важно получить новый результат, чтобы он отличался хоть чем-то, хоть маленьким каким-то моментом, но он отличался. Это очень важно.
И вот эти вот отличия, они приводят нас к новому на самом деле. Не то, что, допустим, вот сидела на диете, да, ничего не получилось, ладно, через какой-то период опять давай я сяду на диету, да, я уже знаю, что у меня не получится, но вот я начинаю заново этот путь. Нет, а каждый раз по-новому, не зная, к чему он приведет, какие результаты будут. Вот здесь вот очень важно, потому что шестерка мечей – это умение передавать ответственность, ну, здесь женщина передает мужчине, почему? Потому что все-таки шестерка мечей на древо сферот, это сфера тиферет, а там стихия огонь. Здесь умение, а огонь это всегда активность, это всегда движение. То есть уметь доверять, да, вот этому движению, уметь доверять вот этой вот огненности, да, и одновременно сжигать вот эти свои мечи, воздух, да, свои какие-то суждения. То есть нужно сжечь в своей голове все вот это вот старое, что вы знали, и начать заново довериться. Потому что женщина в шестерке мечей, она сидит пассивно, она не двигается. То есть она находится в принятии, принять. И только тогда вы сможете пойти в это новое. И у вас это новое что-то родилось. Чем это связано, ваше новое? Хотя бы какими-то ситуациями, да я не говорю конкретно в какой-то сфере, но однозначно это как-то связано с вашими желаниями, с какими-то вашими надеждами. То, за что вы боролись, то, почему вы страдали внутри себя. То, от чего вы каким-то образом отграждались. Это связано, звезда, это всегда про какое-то духовное состояние, состояние нашей души, да, какие-то наши надежды, наши мечты, но не те, которые невоплотимы, а те, которые мы ощущаем внутри себя. Боролись, почему боролись, с чем боролись, от чего страдали, да, с тем, что хотели какой-то, вот знаете, хотели верить. Двойка кубков, она говорит о какой-то идеализации состояния, да, гармония. Если мы говорим на бытовом уровне, да, на гармоничном каком-то союзе, возможно, да, гармоничном взаимоотношении между людьми. Как-то хотели, чтобы, опять-таки, если мы говорим про сферу профессиональную, да, хотели, чтобы были благодарны, например, клиенты, да, хотели вкладывать ровно столько, сколько получаете, то есть в равной степени. Если хотели кому-то помогать, хотите, чтобы в обмен вас как-то принимали. Ну, вот здесь благодарные клиенты у меня идут, не знаю почему. Либо взаимодействие как-то на равных, да, как вы к людям, так и люди, чтобы к вам относились. Если мы говорим про личные отношения, то здесь была мечта найти именно партнера в своей жизни по душе, чтобы он был вот вам подстать, да, не выше вас и не ниже вас, а именно вот в душевном вашем развитии, чтобы он был вам подстать, чтобы вам было с ним легко, чтобы вы могли разговаривать с ним на одном языке. Кто-то, возможно, хотел как-то вот здоровье, почему-то у меня здесь такое идет. И здесь идет какая-то речь о каком-то слове, в данном слове хотели, чтобы люди сдержали слово, которое вам давали, либо вы держали слово, которое вам давали. Не знаю, здесь о какой-то вот слове идет речь. Но однозначно эта борьба была, да, и вы хотели прийти к какой-то вот гармонии, либо с самим собой, скорее всего, да, потому что здесь может быть и так, когда вы отгораждались не только от своей идеи, от своей мечты, да, вы еще, может быть, огорожали себя, неважно, опять будут поправлять, я уже нормально отношусь к этому, как-то от внешнего мира. Но здесь вот ваша внутренняя борьба, страдания, переживания, какая-то вот колкая реакция других людей, может быть, сплетни, что-то такое вот болезненное, может быть, предательства были.
Хорошо, какой сценарий вы проработали? Фантазии, фантазии. А, выпала новая карта. И стресс. То есть здесь мои любимые троечки прорабатывали фантазии, когда уходили в какие-то иллюзии. Ну, однозначно, если что-то нас не устраивает во внешнем мире, легче помечтать, да, пофантазировать. Но здесь вы проработали вот какую-то вот иллюзию, с чем она связана была. С тем, что вы переживали, да, здесь иллюзии какие-то связаны с тем, что вы переживали, волновались долгое время, не получая какого-то результата. И вот здесь вот вы выходили в иллюзию. С чем? О каком результате речь идет? Ну вот как-то здесь у троек идет вот больше вопрос самодостаточности, да? Именно вопрос вашей целостности. Собирание долгое время не получали результат, когда вы собирали себя по крупицам. И вот хотели ощутить вот себя полноценным каким-то таким человеком. Переживали по вашему прошлому, да, и потому что, знаете, вот как-то аркан сила в вашем случае, да, здесь говорит о каких-то действиях, что нужно было действовать, а вы переживали по этому поводу. Либо вы недостаточно действовали в чем-то, да, касательно вот вашей мечты, либо у вас не было возможности действовать, либо не хватало сил, не хватало как-то вот мужества, храбрости, но здесь вот активности не хватало, и поэтому не было каких-то результатов. Либо вы уже долгое время готовили все, а потом вот из-за этого карантина это все остановилось, и вы не могли получать тот результат, который вы долгое время вкладывались и ждали. И вот эти вот, вот это вот понимание, что как раз-таки, что фантазии, вот из-за того, что вот вы фантазировали, да, вы себя останавливали в действиях. То есть в голове-то вы все прокручивали, все было классно, а в действиях ничего не произошло. А потом карантин пошел вам на пользу, потому что вы поняли, что на самом-то деле есть и внешние какие-то ограничения. То есть, ну, есть ограничения в вашей голове, когда вы фантазируете и ничего не делаете, а есть внешние ограничения. И вот и благодаря этому карантину, этим внешним ограничениям внутри вас как будто бы что-то проснулось, и вы и захотели действовать, понимаете? Вот как будто бы появилось вот это вот желание к действиям, к тому, чтобы прийти именно к своей вот этой вот самодостаточности, к десятке, которую я говорила, да, к завершению и пойти в новое. Не потому что там, допустим, в скором будущем, да, откроются границы, либо где-то как-то что-то уже разрешается многим из вас, нет. А вот здесь вот, знаете, когда вас лишают чего-то на самом деле, мы приобретаем эту ценность и значимость. И вот когда вы поняли, что может быть так, что одно дело, когда я сам себе не разрешаю, а другое дело, когда меня кто-то лишает этой свободы, да, по шуту, кто мне не дает, тогда начинается вот это вот бунтарство, да, а я хочу это получить. И вот это вот как раз-таки включило в вас проработку вот этого вот сценария фантазии. Но на самом деле это не такой вот большой сценарий, который как-то влиял, да, одевание розовых очков, иллюзии, фантазии, мечтаний. Вот. Ну, не такой-то он и плохой, при условии того, что уходите от головы и больше начинаете действовать. А вот второй сценарий, касательно стресса, да, ну вот, мне кажется, это временный был какой-то сценарий, да, либо имейте в виду, что это как-то влияет на вашу нервную систему, и это мешает, становится преградой в вашем дальнейшем движении, да, развитии по тройке жезлов, то есть когда вы переживаете, ну, мне кажется, это бич нашего времени, поэтому рассматривать его особо-то и не стоит. Вот, но что-то вы, возможно, здесь точно, вот здесь для себя как-то этот карантин он вам как-то пошел на пользу. Как будто бы вот вас прорвало, да?
когда вы вот это вот там, сопротивление, что нет, кто меня ограничивает, да кто они такие, вот здесь что-то такое, знаете, вот накопилось, прорвало, то есть оно способствовало как-то вашему дальнейшему движению. Потому что стресс, он приводил вас к разочарованию, тройка-тройка, он приводил вас к каким-то переживаниям, да, а именно осознанием, но эти осознания, они вас ранили и делали вам больно, что выбор, который надо было сделать, вот вы как будто бы упустили шанс, вот теперь надо было тогда это сделать, а сейчас я не могу, теперь я не могу, допустим, сказать этому человеку то, что я хочу, да, либо я не могу там увидеть кого-то, да, либо я не могу сделать, надо было сделать там, надо было отправить тогда. Вот здесь вот какой-то выбор, и вы переживаете, и вот этот вот стресс. Ну, опять-таки, ваш выбор, он как-то благоприятно на вас, вот, на ваше осознание подействовал, потому что выпадает королева мечей, готовая идти в новое. Вот вся эта ситуация, она говорит о том, что вы пошли в новое. Да, решились, наконец-таки разродились, как говорится, троечки, да, вот, и пошли в новое. Я не буду смотреть, какое новое, наверное, в декабре, когда посмотрю за вторую половину 2020 года, когда чему начать, тогда посмотрим, в какое новое вы пошли, но пока вы уже пошли в новое, да, на самом деле. То есть это действительно очень важный шаг. Если вы полгода потратили на то, чтобы наконец-таки пойти, да, трансформация за трансформацией, все никак не решать, здесь решить. Хорошо, вам три карты, просто ни о чем, вопрос без вопроса, как было и в предыдущих двух позициях. Ну, здесь карты говорят о том, чтобы пойти в будущее, в то, которое вы хотите пойти, вот сценарий стресса здесь как раз-таки проигрывается. Прекратите в своей голове по восьмерке мечей рисовать какие-то сценарии, которые вас ограничивают. То есть вот карантин, он вам четко объяснил, что лучше начинать делать, да? Потому что вот в голове вы себе это не разрешаете, а потом на самом деле это случится, и вот это вот более так это болезненно, чем то, что вы в себе в голове не разрешаете. Выбирайте вот эти все ограничения. Они, кроме того, что они вам стресс вызывают в вас, да, вот это вот дикое сопротивление, они приносят вам физическую боль, да, это сказывается на вашей психосоматике, и это сразу сказывается на вашем настроении, на вашей апатии по четверке кубков, когда я не хочу ничего делать, да, и вот этот вот карантин он закрыл, а вы очень подвижны, здесь вот огонь-огонь везде прослеживается, а вы очень подвижный человек по своей натуре, и вот это вот закрывание вас в доме в четырех углах, оно вас просто физически убивает, морально. И поэтому, когда у вас возникает вот это вот апатическое состояние, просто выходите и идите куда попало, неважно, просто двигайтесь. Не сидите дома, занимайтесь чем угодно, главное, чтобы не быть дома. И вот это, вы знаете, вот в кавычках страх, да, что вот вас как в клетке, да, могут закрыть, должно послужить вот это как каким-то новым вашим мотиватором, что ли, да, движением дальше. Потому что именно вот это вот ограничение, что снова я могу чего-то лишиться, каких-то, какой-то свободы, да, передвижений, как в голове, так и физически, оно будет вас мотивировать. Но на самом деле, вот вы в четверку кубков, да, когда вот это вот пресыщение приходит, вот это вот апатия, это потому что вы находитесь в восьмерке мечей, в своей голове себя загнали в какой-то угол, и не хватает взаимодействия с миром. Да, выходите в мир, неважно, просто среди людей ходите, просто в кинотеатр ходите и сидите одни, неважно, если вы не хотите видеть других людей, только не закрывайтесь в доме, не закрывайтесь внутри себя, это вам не на благо, да, то есть это вас наоборот разрушает, карта, возможно, как совет, может быть, это сказали. Так, вот такая вот у нас была и третья позиция, не знаю, насколько вам понравился расклад, насколько совпадает с теми сценариями, которые вы проработали, наконец-таки троечки идут вперед. Я очень-очень рада за вас, на самом деле, честно, искренне. Я, наверное, отношусь к тем людям, которые умеют радоваться радости другого человека. То есть меня это наполняет, как-то вот заряжает, когда я вижу, что другие радуются, и я радуюсь, как будто бы это был мой успех в чем-либо.
не знаю, вот мне это также приносит колоссальное удовольствие, то есть нету такого, зависть там, у него случилось, а у меня нет. Поэтому я очень рада за вас. Я сама знаю, как это, топчешься долгое время на одном месте, потом начинаешь делать, блин, оказывается, все легко и просто было. Но легко и просто стало только после того, как мы созрели к этому шагу. До того момента, пока мы не созревали, нам казалось, это сложно. Время пришло, как говорится. Молодцы, троечки. Я благодарю вас всех за внимание. В пятницу выйдет рассказ про отношения. Напоминаю, что во вкладке сообщества под последним постом вы можете в комментариях писать свои идеи для раскладов. Вот, как и на простые темы, да, по саморазвитию, так и на тему взаимоотношений. Напоминаю, что пятничная акция теперь проходит каждую первую и третью пятницу месяца. Можете записываться, написав мне на почту. И вся необходимая вам информация обо мне есть в описании к любому моему видео, в том числе и к этому. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока!